Во Владикавказе состоялась презентация книги Владимира Кузнецова «Кто мы? Осетины Алана Кавказа». Владимир Кузнецов – известный историк и археолог. Книга рассказывает об истории Алана Осетины и дает ответ на волнующие народы Северного Кавказа вопросы. Тираж – 1000 экземпляров. В свободной продаже ее не будет. Экземпляры переданы в библиотеке, а также общественному движению «Высший совет осетин». Из названия книги «Кто мы? Осетины Аланы Кавказа» Владимир Александрович Кузнецов за всю свою долгую научную биографию пришел к заключению, что именно осетины являются прямыми потомками кавказских алан. Для тех, кто заинтересуется этой книгой, ее тоже можно будет на Фрунзе, в Штернахаше получить.